Ремонт Ивановского моста рискует превратиться в главную одесскую стройку года. Новости о спасении сооружения приходят каждую неделю. Нынешнее не исключение. Так, относительно недавно стало известно, что разработка проектно-сметной документации по реконструкции аварийного моста обойдется в 8,5 миллионов гривен. Победителем тендера, который объявило управление дорожного хозяйства, стала компания «Спецдор Автоматика». По предварительной информации, их работа будет стоить на 300 тысяч дешевле, чем у конкурента и по совместительству второго претендента инжиниринговой компании «Автомагистраль». По словам специалистов, нынешние габариты проезжей части Ивановского путепровода составляют более 14,5 метров, что не соответствует современным требованиям для движения автомобильного транспорта по четырем полосам. Также по новым стандартам необходимо увеличить высоту моста над железнодорожным полотном. Проект должен быть готов до конца этого года. Напомню, 1 февраля Ивановский мост закрыли для проезда грузовиков. Такой запрет продлится до конца 2021 года. Более того, в ближайшее время планируют перекрыть движение по двум крайним полосам и ограничить скорость транспорта до 40 км в час. Также будут установлены габаритные ворота. Чиновники утверждают, что схема организации движения и временные маршруты общественного транспорта уже утверждены. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».